Всем привет, спасибо вам большое за то, что играете вместе со мной, а если вы только планируете начинать играть, то скачивайте игру по ссылке в описании. Качайте аккаунты на промокод #Leopard, за него вы получите бесконечные материалы, кучу виртов и других бонусов. Только скидывайте скриншот во ВКонтакте, что вы зарегистрировались, все ссылочки находятся в описании, всем приятного просмотра. Ой, ёбаный рукожоп, все, лучше б я не заходил, пацаны. Я того все ебал. Ага. Ой, нет. Они еще хуже, пацаны. Сумасшедшие. Ой, нифига, я его задушил. Ой, иди сюда, солнышко мое. Сейчас с тобой пообщаемся на другом языке. А, ну ты сильный какой-то. Но я сильнее, брат, Костян. Хэйп ми! За что? А, это тащер. А, не, не тащер. О. Не, братан, ты что за это? Не в том районе живет. Это район для черных. Нихуя у меня полетело. Помог. Ну вы. Бегут. Давай, Роберто Ковали. Слушай, твоя мать шлюха. Извиня... осуждаю сам себя. Ну, это про персонажа не игрока, а про персонажа из Доты. Если что. Просто у меня хайп персонажа. Крем 15 лет сам ебашит. Это на 5 лет больше, чем я. Опять под Джера. Надо было дальше отходить. Ёбаный рот. Не, под Джера, давай. Пока. Чё вы до меня доебались? Как будто гопники полтора сколько увидели крепкой. О, вовремя. Это ты. Пуч? Это не пуч. А сейчас пуч выйдет. Пуч? Нет, это Роберто Ковали, блядь. О, кроме. Кристиано. Кристиан поел теперь. Охуеть, одни дизайнеры какие-то бегают на копте, это ж пиздец. На пафосе, на пафосной походке иду, я иду. Давай, выстрелишь хуесос, выстрелишь хуесос, хуесос. Я говорю, на пудже только хуесос играют. Подождите, тут два гея приехали также. Ёб твою мать. Стоп, у меня... Стоп. У меня с кем кап, блядь? Я либо сейчас фикскарюсь, либо мне ломают ебальник. Вот что значит, когда ошибся районом, пацаны. Не заходите на чужой район, если вы негр. Не ошибайся, район. Ёбаный бро, фикс кар. Ты зашел просто не в тот район. Гиндиринг-гиндон? Ого. Это нет, это ду-ду-ду. Ду-ду-ду? Да. Я просто ду-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 ду. Где он? А, ебать, он призавился. А нахуй я зафикскарил дом, если я всех убил? Фо-фай. Брат, тебе надо твоих негров переставать слушать, они на тебя влияют хуёво. Ты так тупеешь с игрой. А, ну он сильный какой-то. Он с антистаном и щитом играет. Роберто Ковали. О! А я сзади у тебя. Я сзади, ну. Я только заспавнил свой дом и вижу вот это. А, у меня персонаж ходить перестал. У меня у персонажа ДЦП! Охуеть! О, он заходил! А, не, снова не ходит. Охуеть! Давай с места! Прикольно! А с чем это связано? Ну вы видели, да? Сейчас ходит. А я почему когда. У меня персонаж не ходит, когда врагов видно рядом. Что это за дерьмо? Я впервые, я 10 лет в эту хуйню играю и впервые такое вижу. Даже 10 лет. Игра 10 лет недавно. Что-то новое. Прикинь. Отличное название для ролика. Он опять не ходит. Ёб твою мать. Это не я, долбоёб, ну... А, я новый нажал случайно. Это не я, долбоёб, если чё, ребята, ну, я не прикалываюсь. У меня реально персонаж не ходит. Когда я стреляю, не знаю почему.